денег. И игрушка под названием Last Event Survival. Не могу я от нее отойти просто так. И сегодня хотел бы тоже сходить на рейтинг, посмотреть, что поменяли, что не меняли. Вообще, как тут поживает батюшка Элдоя? Пишите ваши комменты, хотите ли вы ее еще играть или нет. Ну, а я направлюсь на рейд. Так, с собой я взял, как обычно, две сихи. Один заряженный калаш. Разрушитель. И, конечно же, чоппер. Без него никак. Так, он у меня пустой. Let's go, let's go, let's go, газу. Рейд идет на 200 репутации, кстати. Хочу вам подчеркнуть, я ее все-таки добил. Как никогда, но тем не менее. Может, что-то лут какой-то будет, а может и не будет. Рейд базы 9344, плауэр некий. Не знаю, поменяли кефироваться что-нибудь нам или нет. Только можем посмотреть. Смотрим вместе с вами. 9344. 9344. Номер. Номер как-то не сходится. Никнейм. Ладно, поехали. Так, уровень шума. Так, я забыл, как тут рейд на самом деле. Уже. Так, давайте-ка. Так, уже двери тоже, да, не открывают. Или что, не пофиксили? О, смотрите, что. Мне как-то жутко повезло, что ли? Да, мне как-то жутко повезло. А ну-ка, давай-ка. Сюда-ка зайдем еще, а? Ага. Тут, короче, топоры только надо. Так, деревянный у меня просим, в принципе, есть. Ладно, начнем рубить. Сейчас сихи скину, чтобы это мало ли какая-нибудь штука будет, да? Чтобы мне не согреть нечаянно. Так, давай под спринтиком все будет быстрее. Let's go. Let's go, наверное, будем стучаться вот сюда сразу. Сразу обычный топор потратим, а потом... Если фартанет, нет, не фартануло. Рубим дальше. Да ё-моё. Так, а что ты? Хлоп. Хлоп. Так, становится тише, да? Мы дальше рубим. Ух ты, блин. Нет, так, где бомжи? Мы сейчас быстренько их поубиваем. Так, пришлось повозиться немножко с пацанами, но тем не менее. Так, подхил пошел. Так, давайте-ка хоть первый ящик посмотрим. Я надеюсь, может, он маленький да удаленький, а? Топор хоть заберу. Так, давайте-ка сюда, может, прорубим. Так, 33, 4, 40. Ух ты. Привет. Ну, ничего здесь полезного, да? Братишка, ты что такой жадный? Ну, удобно то, что уже сих не надо тратить, да? Ладно, если что, за топориком-то сбегаем. Так, опять нифига. Ну, давайте-ка бомжей поубиваем. Делаем быстрее. Хочется есть. Даже перекусить нечего. Так, какой у нас там уровень шума? Уровень шума. Блин, маленькая, да? Но нифига мне нету. 52, да? 52. Еще есть у меня топоры. Открывай. Хочу жрать. 56, 57, да? Скоро будет. Вот. Еще что-то добрался к чему-то. А, один топор. И пить хочу. Вскрываем. Ой, глок поломанный. А вот, попить можно. Так, так, так. За пара, да? Ладно, рубим дальше. Была, не была. Наверное, нужно... Блин. Нет, наверное, по-любому надо бежать домой. Сейчас я это быстренько сбегаю и посмотрим. Так, ну что, плауэр, мне кажется, тут вообще ничего такого не будет. Блин, на 200 репутации так себе рейд. Короче, репа не, вообще никак не влияет на ваш рейд. Так, 67 у меня уровень мощности, хотел сказать, уровень громкости, уровень шума, блин, вот, забыл, как называется эта тема. Так, давайте-ка оденемся. С собой забрал чуть-чуть пару крепких топоров. Мало ли, что-нибудь...
Блин. Мало ли что-нибудь прокнет. Так, ну главное, чтобы уж громила нас не зажал. Все остальное фигня. Так, я рубил сюда, да? Вот, еще один, смотрите. Ладно, сейчас бомжей убьем. Так, ну все, умирай. Умирай, говорю. Ложись, ложись под Коля. Молодец. Так, смотрим, что тут дальше у нас, а? 76, надо быть внимательнее, потому что если зажмет, будет, конечно, больно. Ой, ну чуть-чуть веселее, хоть разрушитель можно отжать свой. Так, аптечка, так, золото, ну так, вообще прям трейбан целый жесткий, за этот рейд можно давать, потому что хуже, наверное, я давно не видел, вообще, я так вам скажу. Так, а рубить дальше можно? 80%. 93. Не, наверное, тут вообще нифига нету. Ну, давай еще отсюда посмотрим. Наверное, на сотню я сейчас накобираю. Но вообще рейд GG. Да, нифига здесь нету. Все, можно валить, а то батюшка громила. Да, поздоровайся с тобой. Но 100 лет с тобой не виделись. Все, валим. Ладно, еще чуть-чуть. Все, поздоровался. Все, прощай, братан. Ладно, ребят, вот такой вот говно рейд был. Блин, я думал, будет хоть что-нибудь эффективное, но, как показала практика, как обычно, да, хочешь посмотреть одно, а получается совсем другое. Ну, а с вами был Кенни, как всегда, и я надеюсь, что будут крутые рейды Last Day on Survival на 200 репутация. Ну, как ни крути, должно быть что-то крутое. Все, ребят, с вас Лукас и подписот. Спасибо за просмотр, пока-пока.